Всем привет, уважаемые друзья и подписчики. Мы продолжаем играть по поводу госпиталей. Сегодня у нас будет новая карта, и сегодня я пока не один. Ко мне присоединился голосовым в чате пообщаться. Это Максим. Здоровайся. А, походу друг уже вышел. А, нет, он здесь. Че ты сразу не ответил? Тя, погоди, я игру включаю просто. А, ну ты просто поздоровался. Я же представил, что я не один. Как это русскую, ой, ту рыбалку забросил? А там фишинг. Два. А, про рыбалку? Нет, я не забросил, просто его удалил, потому что мне сейчас не нужен. Зачем мне просто так торчать, если я все равно сейчас не играю в нее? Я хотел удочку тебе подарить там. А, понятно. Ну это понятно. Так. Ну что там у нас там это, у тебя там что-нибудь получается? Кого? Вот я тебя спрашиваю. Ну там какую-нибудь игру там прекратить, я имею в виду. Не сейчас. Да. О, смотри, я моды сделал в этой игре. Я не могу смотреть, друг мой. Ты забыл, что ли? Нет, в Стиме. Ой, я тебе скинул. Дискорд. Я понял, я посмотрю позже. Я просто не могу смотреть.
два золота нашел. Да? Так, вскрыл все это новое. Собаку. Собака, собака. Так, собаку покачать. Собаку? В смысле? А? Какую собаку? А я там одну игру играю в стиме. Нам она тоже бесплатная игра. Почти. Еще одну звезду получу, покрою новый ящик. Это, лево, я сопри. Чего? Так, у нас тут будет кабинет палатки.
Ё-моё. Я не выиграл. Проигрался? Но... Надо опять это выигрывать. Ой, ё-моё. На это же. Опять не победил. Нахалы, игроки, блядь. Да? Понятно. Бывает такое. Ну, буквально, в смысле. И... Победить. Надо пока тебе до конца кину. О. Ясно. А? Ясно говорю. Чё там у тебя? Блин. А, да я больницу построил. Можно расширяться.
А, у нас вот это нужен, блин. А у нас практически места-то нет. Так, мой друг уже ушел. Вышел, то есть, из Дискорда. Так, секундочку, друзья. Строим, друзья. Строим из этого. Да, повышаю тебе. Идет на отдых. А, все, у нас вот здесь уже построилось. А, кабинет нам нужен. Вот этот. Сразу строим вот так. 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 Конечно, не пустую делаем. Так, потом мусорный бак. Не, у нас вот это теперь стоит снаружи. Душитель. Вот это будет стоять. Так, нам нужен младший, да. Понимаю. У нас там у нас фактически есть туалет, там тоже все построено, все необходимо. Там палатка есть, так что здесь мы строим дополнительную комнату для аптеки. Мало чего, если друг. Так, все туда будет сейчас передвигаться. Так, ну, по поводу прохождения по ней, я не уверен, что я пройду всю. Я просто примерно говорил, то есть в предыдущей части еще попробую пройти всю игру, пока мне не надоест, скажем так, одним словом. Да. Так, мусорные баки. Там есть только один, там получается. У нас тут покупают, ходят туда. Ну просто делаю небольшие такие обзоры, потому что у нас стрим, естественно, уже запланирован. Но я просто делаю таким образом, так что чтобы было. Ой-ой-ой! Я немножко так, блядь, нет. Не в ту сторону поставил-то. Вот так. Все. Все, все, в порядке. Так, предметы. По поводу сидеть на скамейке. Да, вот так. Вот так. И вот так. Конечно, друзья, не обращайте внимания на меня так, что я не очень-то красиво строюсь и такой. Но это же игра, но я же не строю себе там крутого, я просто строю как есть, как могу строить. Потому что это не так уж важно для таких ситуаций. Вот и все.
Так, большой мусорный баги, вот сюда. Там тоже уже есть. Вот сюда один. Отлично. Кабинеты. Ну, вторую, на всякий случай, я построю здесь вторую туалет. А почему бы нет? Вот его здесь. Туалет один. Так, через... вот так я делаю. Вот так. Так. Житель. И здесь тоже. Растение. Сюда. Сушилка. Сюда. Роклина. Сюда. Сюда. Два. Тоже. А, все, больше нельзя. Так, окей. Строим как можем. Может быть, я и постарался, перестарался с такой количеством, ну, то есть размера. Ну, просто попробую пройти там пару миссий. Если только это все такое. Палатка там есть, а вот здесь можно еще сделать этот кабинет по поводу. Чтобы меньше, типа, заставлять ждать посетителей. Мы иногда строим вот таким образом. Вот так. Там тоже придется там немножко расширяться. Давайте я вас все повышу зарплаты. Мне не жалко вам платить, но мне нужны сотрудники, которые, чтобы они с радостью работали побольше. Иначе они уволятся, да. И надо повышать зарплаты. Это настроение выпало. Чем выше зарплата, чем лучше. Так, предметы. Сейчас, подожди секунду. Ну, это неплохо, да. Вот так. Некоторые в других местах тоже будут присутствовать. Они же у нас будет много народа, так что надо как-то строить все это. Здесь почти все у нас тут практически пусто по сравнению там, да, но
Но мы же строим. Так, а палатки у нас тоже будет, а как же? Так, а киос у нас будет еще и стоять вот здесь. У нас тут тоже еще один. А вот такие мы сейчас построим для посетителей. Но для того, чтобы вот такой, там мы использовали так, место почистки. Нет, их некуда стоять, да? Ну, почему бы нет? Пусть вот здесь будет. Вот здесь поставим две штучки. Так, для этого нанимаем администратора, походу. Тебе зарплату надо тоже повысить. Да, я нанял и все такое. Так, отсутствует врача. Нанимаем младшие. Тебе зарплату нужно. Ну а как же? Всем повышаю зарплаты. Хорошо, они работали. Вот здесь у нас еще свободные кабинеты, да? То есть место для этого. Так, ну туалет уже там есть. Тогда мы строим еще дополнительную палатку. Во. Вот. Так. Да. Вот так. Так, палатки. Кого-то там не повысили, во. Так, модизированный аппарат. Так. Я ж тебя повысил. Так, нанимаем санитаров. Один санитар, второй, ну пусть будет три санитаров. Естественно, зарплаты санитаров тоже все полностью. Так, а теперь надо
Кабинет. Я совсем все запутался, друзья, я сильно запутался. Медитация аппарата. Медитация аппарата. По поводу проблемы со кастрюлей. А как я разберусь, я не понял ни хера. Вроде немножко уже лучше, да, кто сделал. Блин, это плохо. Как я выполнил вот это задание? Я не понял. Я... Выберите аппарат, доступный медикации для него. Может быть, сделать аппарат только санитарцем. Модификацию. Просто модификация. Сейчас. Вот это у меня вид модификации. Я немножко притупил. А то, что я поставил больше места для лечения пациентов, это наоборот в плюсе. Нет, то, что я построил побольше мест. Так, кабинет у нас какой там. Аптеки есть. Палатка есть.
Наверное, комната для отдыха дополнительно. Да, это было просто что-то улучшить, типа. Во. Вот это я поставлю обязательно. Только как-то вот так, чтобы не мешался. Есть. Даже далеко выходить не надо. Так, вот этот надо его убрать в сторонку. Просто они двигаться не могли бы передвигаться. Все, проблема решена. Вылечить их меньше 3 пациентов. Все, проблема решена. За него просто много времени, да. Ну, бывает, друзья, бывает. Шесть человек в очереди. О, нихера себе. Каждому кабинету. Неплохо. Максим у нас просто побыл немножко там, мы там пообщались, так и не особо долго. Вот, теперь здесь тренажер у них есть, а там нету тренажера. Но это все зависит по размеру и все такое. Скажем так. О, идея. Неплохо, да? Насчет по играм стрима, друзья, вы не переживайте, будет. Там одна просто игра у меня запланирована, так что, ну, то, что я говорил в предыдущем, да, а я просто пока делаю те игры, которые пока есть возможности. Отдыхают, работают, стараются, все такое. Только мы ушли в минус. Выписать. Мы сильно ушли в минус. Мы в минусе. Больница в долгах. Может быть, есть смысл взять взамен? Нет, нет, нет. Я не думаю, что нам надо, потому что мы будем выкручиваться. Не, мы будем выкручиваться, будем выкручиваться. Высокий приоритет.
А, можно просто ускорить просто процесс. Да, и правда. Высокий приоритет. Ну, отдых, это, конечно, это одно, а вот высокий приоритет, некоторые, конечно, так. Куда вы там шляетесь там долго, что-то там вы отдыхаете так очень долго. Высокий приоритет. Все включил. Высокий приоритет. Мы в минусе, большом минусе. А, ибо я не нажму, через секунду он сам все сделает. О, выбор пациента, да. Надо обслуживать их по-быстрому. По-быстрому все сделаем. Все сделаем по-быстрому. О, сколько заданий я взял. Блин, жесть просто. Охереть, друзья. Мы пока в минусе, пока в минусе. Попробуем выкрутиться. О, немного больше денег. Выписать, выписать. Сейчас попробуем поработать по-быстрому. А, так, финансы. Лидерство, награды, это понятно, сотрудники, пациенты, журнал. А, нет, нет, нет. Я имею в виду цены, цены. Надо повыше, повыше просто цену повысить. Дороже, чтобы было. О, все. А, теперь мы это в плюсе пошли. А, кстати, можете прийти тоже поставить, чтобы они быстрее работали и там все такое. Ну, конечно, это не обязательно, потому что там все равно рано и поздно ты уйдешь и в минусы. Мы только что недавно выходили в минус. И в плюсе. Сейчас опять в минус, по-моему, пойдет. Это только оплата за месяц. Не, серьезно, вот смотрите, мы сейчас выполняем задание, там все выполняем. Вот в плюсе, это пока, это пока. Отлично, все идет пока, все по плану, все успеваем, все выполняем задания. Опять мы в минус ушли, друзья. Выручка так, прибыль получился 16 тысяч. А, это из-за того, что у нас высокий такой работа перетекта, естественно. Мы сначала таким образом пойдем, да, и все такое. Выполнил один из этих. Конечно, в плюсе это хорошо, а не всегда можно в плюсе. Лаборатория. Кабинет в лаборатории. А, вот открылся тот самый веб. Это. Да. А, места нет. Практически в это место нет. Что же делать?
Он же у нас такой большой. Сейчас, секундочку, сейчас мы сделаем. Вот так, по-моему. Да, только вот так мы можем. Недостаточно средств. Недостаточно средств. А мы все равно сейчас купим. Сейчас нам люди дадут нам, наши работники дадут нам денежки. Не-не-не, нельзя, нельзя. Во! Есть! Поставил, наконец-то. Огнетушитель. Растение. И все, походу. Да. Все. Ага, минус. 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 Мы сейчас в минусе. Так. Так. Давай, 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 давай. Двадцать тысяч. Ладно. И давайте кабинет построим все-таки. Требуется врач.
Один кредит мы взяли только. Поставили высокий приоритет. У нас там просто так много клиентов. Кого там надо повысить? Зарплаты. Вот этих нужно. И вот этого. Это хорошо, что можно делать так, типа, высокий приоритет. Немного заняло больше времени. Но, к сожалению, следующая часть, наверное, будет последняя. Друзья, я, блядь, сделаю продолжение. Просто получится некоторые игры обзоры, некоторые прохождения. Вот это получится такой небольшой обзор. Третья часть у нас будет самый последний обзор по этой игре. Я же говорю, мы с вами уйдем, но у нас просто... Мы с вами сейчас выплачиваем по одной причине, потому что мы в кредите взяли. Слишком много народа. Когда мы все построили, все необходимо. Нихера себе, сколько народа в очереди. Охренеть. Ужас! Не, третья часть я не буду делать, это все, это последняя серия, все, друзья, сегодня будет два обзора, все, я проиграл, я продул, короче, я продул, друзья, я продул, без сохранений, конечно. Ну, игрушка была очень интересная, друзья, но я продул, друзья, но это очень интересно. Это тоже его скачать можно и поиграть в нее, не обязательно покупать, скажем так. Ну что ж, друзья, всем спасибо, увидимся в других играх. Всем пока.